У нас є лотерея, і в лотереї ми будемо розігрувати наші призи. Я вас про це попереджала, ось час лотереї вже підійшов, тому якщо можна... А, в нас ще зовсім мало. Дуже мало подарунків. Ну що ж, маємо ще 10 хвилин. Хто хоче зараз зареєструватись, зареєструйтесь. Розіграш буде відбуватися щогодини. Всі ваші квиточки беруть участь протягом усього часу, тому ви можете абсолютно вже зараз отримувати якісь такі побажання, настрої, налаштовувати себе на те, що ви сьогодні переможете. Розкажіть, будь ласка, сьогоднішнє мероприятие, як вам вдалося його організувати, які гості на ньому присутні? Я організатор від комунального підприємства партії Одеси. При підтримці громадської організації Комітет защиты граждан, при підтримці громадської організації наші черемушки, які дуже сильно нам допомогли. І ще дуже багато спонсорів Луна Парк, Аквапарк. Это мероприятие, социальный проект на объединение семей. И с помощью вот агентства детских праздников Little People она организовала квест, детскую зону. Мы сделали двухдневный концерт. Сегодня до 10 часов вечера, завтра до 10 часов вечера. Сейчас будут разные коллективы. По всему Старокосачи, коллектив «Славяночка» приезжает. Мы здесь объединили очень много людей с помощью... Главным партнером является отель «Курорт» в центре Затоки, который дарит победителям квеста двухдневное проживание в четырехместном люксе в самом центре Затоки. В общем, просто очень сильно захотелось, повлекли людей, и они пошли навстречу. К нам даже приехала вот ведущая Кристина Пейтс, она ведущая со Львова, отменила выступление на Кипре, она должна была вести в Кипре, потому что мама и подруга, она согласилась приехать, провести такое доброе мероприятие. А кратко программу фестиваля можете сказать? Конечно. Сейчас вот у нас выступает коллектив «Звездный час». Вот затем у нас благотворительная организация «Семья со своим домом». Браво! 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 По сценарию изменения у нас будет такой оркестр, и затем у нас будет две группы выступать. Сегодня будет группа «Трамонтана» и «Детский коммунальщик». С «Детским коммунальщиком» я сама спою уже на завершение сегодняшнего вечера. Завтра у нас тоже очень много коллективов. Второй коллектив со Староказачьего приезжает. Много детей, много солистов, много певцов. Даже не все, не все названия организации еще вот так вот даже могу вам назвать. Вот сейчас вспомнить. До 10 часов вечера, завтра тоже концерт. И в 10 часов у нас завтра фаер-шоу, завершающее. Мы возвращаемся на год, ровно через год. И будем тоже здесь же делать такое же доброе мероприятие. Я думаю, даже более глобальное у нас получится. Спасибо. Спасибо. Семья кохання, мы про нее помнитаем. А вам сподобалось? Конечно. Что вы маму не размалювали? Мама малювала. Мама малювала, мама молодець. Ну і що, і наша сім'я патріархату. Кажіть, що вам запам'яталось? Нам подобається, що прыгати через каталку і кататися, через каталку, кататися, я теж забула, я не знаю, яка ця штучка називається. Ну, на колесах, на колесах. На колесиках, штучка на колесиках. Організатори, розкажіть, що це за штучка на колесиках, щоб вона всім сподобалась. Ой,